Привет всем, дорогие друзья! Ну что ж, настал тот день, где мы сегодня поиграем в самое крутое испытание, которое было в этой игре. И это испытание на отбор на чемпионат. Итак, ребята, у меня уже на аккаунте 17-1. Вы не видели 17к так до этого? Они настолько были эпичные. Ребята, я не знаю, я хочу эти все повторы с вами пересмотреть. Приходите на стрим, если хотите, пересмотрим. Там такие крутые были атаки, если вам реально интересно. Поэтому подпишись обязательно на канал и поставь лайк, если тоже хочешь пройти это испытание на 20 побед. И колокольчик включи. Я думаю, вам интересно, какой колодой мы сделали 17 побед. Кстати, давайте я немножко проспойлерю. С нами в скайпе Кот Наркот. Поздоровайся. Всем привет. Это он тащит. Он у меня, блин, вообще... Он с колодами у меня... То есть, ну, лучший. Он один из лучших, кто... Которые колоды составляют деки, которые я могу показать вам, ребят. Поэтому оцените лайкосиком этот видос. Итак, ребята, внимание, колода. А колода, ребят, ничем не изменилась от прошлого испытания, где было у меня интервью с котом. Здесь только вместо ледяного духа скелетики, а вместо фаербола ракета. Честно скажу, будут писать в комментариях: а, это дека не тащит против голема, против пеки сложно играть. Ребята, давайте посмотрим, пожалуйста, бои. Смотрите первый повтор. Против Хога, второй против пеки, третий против пеки. Голему проиграли, но там реально был такой жесткий игрок. Дальше смотрите, это единственное поражение. Дальше, спеллбейта выиграли, таран выиграли, гиганта выиграли, таран выиграли снова, тут какая-то непонятная колода, тут хог был, тут пеку выиграли, снова голема выиграли, спарки плюс гиганта выиграли, хога выиграли, снова пеку выиграли, трех мушкетеров выиграли, голема выиграли. То есть, пожалуйста, после этого всего не надо писать, что этой декой невозможно выиграть голема. Я согласен, будет сложно, ну, я вам сейчас покажу, как играет кот, и если вам интересны все эти повторы, как он выиграл пеку, голема, приходите на стрим, потому что там много, там сколько получается, 17 повторов. Я думаю, их все в один ролик будет трудно вместить, покажу их на стриме, если вам интересно. А сейчас я перехожу, ребята, на другой аккаунт и будем смотреть через Facebook, через друзья, как кот делает последние 3 победы. Ребята, поддержите лайком и подпишитесь на канал. Я думаю, что 20 побед нам реально, ну, мы сможем преодолеть. Погнали. Сейчас буду наблюдать за атаками через клан. Но прежде чем мы перейдем к атакам, я хочу вам сообщить насчет буста. Я уверен, что многие заинтересуются заказать буст. Внимание, вот тут очень внимательно. Во-первых, заказы будут ограничены. То есть, я не знаю, ну, может, возможно, бустов 5 возьмем, больше не будем. Поэтому, кто успеет заказать, тот успеет. Цена стоит 3000 рублей на 20 побед. Подробные цены 9-14 побед узнаете в группе. Я добавил в товары, там смотрите, чекайте, какое вам количество побед надо, заказывайте. Но, очень важно, у вас должна быть турнирная прокачка. То есть, что это значит? Седьмые рарки все абсолютно. Все должны быть легендарки, желательно все. Четвертые эпики, девятые команки. И что еще? И все, да? Я все назвал. Это обязательно турнирная прокачка, потому что здесь... как в испытании большом. То есть какая прокачка у тебя, с такой ты и будешь. То есть она не увеличается до турнирного стандарта. Поэтому внимательно заказывайте буст. Если у вас прокачка не подходит, 20 побед 100% не рассчитывайте. Все, погнали, я готов. Влад, ты готов? О, долги, мы готовы, мы будем за тебя болеть. Ребята, поддержите кота в комментариях. Нужно всего лишь 3 победы сделать. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите, давай тащи. Я надеюсь, что он сделает. Мы готовы смотреть, мы готовы смотреть. Только долго ищет, а вот нашло. Так, ну, 3 победы, тут уже будет потно, ребят, потому что противники уже не промах. У меня начало хорошее, у меня печка сразу, то есть, и я ставлю на ее. Хорошо. Наблюдаем за... Это спеллбейт. Это уже радует, это не голем. Ну, было бы идеально показать, как ты играешь против голема. Ну, если не подберется голем, ничего страшного, покажу на стриме, на повторах. Приходите обязательно, если вам это интересно. Так, хорошо. Так, так, так. Ну, печка будет наносить урон потихоньку. Ему, ага. Его бы, ну, идеально было бы поставить инферно, хотя нет, тут у него гоблин с дротиками. Так, ну, тебе самое главное это с бревном играть грамотно, чтобы... Ух ты, блин. Вот не люблю вот этого гоблина с дротиками, потому что, ну, он сильно быстрый и расстояние у него да, очень... Да, такое. Бревно. Бочка летит ровно на вышку? Нет, как нет, ты, конечно. Как ты, блин, вы красава вообще. Ну, видим, да, противники уже, то есть, не лохи, то есть, уже знают, что надо делать, и... То есть, если первая катка была против спеллбета, там вообще на изи мы выиграли, то здесь тебе придется попотеть. Придется попотеть, и, блин... Да, один проход арбалетами, и он ничего не сможет сделать, потому что у меня как бы электромаг, но не забывай, ракета.
То есть ты должен это помнить. Да, честно, ты прав. Так. Хорошо. Печку. А направо решил печку, да? Да. Так. Ну тут, по-моему, на вышку налетит. А чё, не было бревна, да? Хотя, в принципе, нет, нормально и так. Слушай, ну, знаешь, ты еще арбалет не показывал, да? Нет. Слушай, ну, он может... Не, ну, вряд ли он будет ракету до удвоенного тратить. Просто можно подождать, когда он сольет ракету. Это слишком долго, это надо же, блин... Ну да, да, это... Ну, если... Он не лох просто, он не будет ее просто так. Он будет... Вот сейчас можешь, да, словить ракету. И, блин, какого хрена он не... Блин... Ну там реально он должен был выбросить ракету, ну камон. Ну ладно. Так. Ладно, наблюдаем. Слева у нас громовежец плюс рыцарь. Принцесска это немножко контрится, да, контрится. Бревнишком еще подталкивается. Фаерболом мы пользуемся моментом, наносим вышке урон и убиваем принцессу. Бочка. Ну, бревно. Еее. Отлично, мы урона вообще не получаем и потихоньку проносим. Арбалет, мы поставили арбалет. Я говорил, он знал, что это арбалет. Он ждал, наверное, ракету или нет. Ну, блин, он предполагал, потому что. Но с чем еще может быть печка? Ну, явно не с Голема. Ну, печка это такое просто. Ну да, ее не встретишь. Да. Оба. Слева неплохой получился проход. Там мегамуха нанесла две тычки. Так, жаль, не видно эликсир противника. Ой, хорошо, ребятки, мы сейчас в плюсе однозначно. Мы сейчас в плюсе по эликсиру. Плюс по вышке мы нанесли урон. Уже лучше. Жаль, он не дал громовержцу нанести. Если бы дал, это вообще было бы идеально. Но противник, повторюсь, не лох. То есть, посмотришь, сколько у него кубков. Но, блин, кот тоже не промах. И как, смотрите, как грамотно он все делает. Ой, все, громовержец. Ай-яй-яй, нет. Нет? Нет, мне не хватало эликсира. Слушай, а вот если бы сейчас был гром, у него на ракету не было эликсира. Да. Жаль. Ага. Ну ничего, мы много не потеряли с этого. Как бы... Блин. Да ё-моё, нормально так. Да парень шарит, это видно сразу. О. Хорош вообще. Так. Ой, ну все, ребят, ну тут уже... Не, ну не выжил, ну ладно, это уже все вообще. Ну тут пахнет победой. Да. Блин, ну не дай... Ну это уже все, это... Тут Unreal ему задефать. Хотя, стоп, там же две принцессы на карте. Yes, все, победа. Отлично. Красота. Фаербол и бревно. Ай, ну что, это уже ж, надеюсь, этот? Что? Все, ну, то есть, удвоенный эликсир идет давно. Да, давно. Отлично, ребятки, победа. 18-1. А с 18-1 и у нас в запасе еще два поражения. Блин, две победы надо. Блин, я реально болею за тебя, ребята. Надеюсь, вы тоже поддержите. Лайк, подписка, там, комментарий, колокольчик. Риот, это очень популярный клан. Риот Компани, Фил, не слыхал о таком, честно. Я слыхал. Давай, болеем за тебя, топим, сборщик. Ай. Вот это я больше всего не люблю в начале, когда противник ставит сборщик. У меня сразу какая-то паника. Ну это пахнет големом. Нет, это уже не голем, я понял, что это такое. Это три мушкетера может быть, таран. Это кладбище может быть. Блин, нормально, так нормально играет. Ну почему? Ну потому что да. Да не, ну понятно, что ты хочешь, 18 побед, а ты что думал, тебе будут подбираться тут какие-то ноунеймы с 3000 кубков? Да. Ясен красен, что будут парни на высоких трофеях. Но вот сейчас проход. Ой. Гром. Рыцарь, отлично словил рыцарем. А вот это? Ну пропускаешь. Нет, не пропустил. Нормально. Нормально, отлично, 1500 хп. Сейчас будет справа поставлен сборщик. Что ты будешь делать? Игнорировать его? Да, на сборщик вообще пофиг мне. Так. Билетики? Ага, да. Разумеется. Так, добиваем. Так. Таран, летучая мышь. Тиран, что же это такое? Это... Ну что это? Гигант... Не, ну гиганта он уже показал. Да ладно, он что, дал проход? Пека! Да ладно, вот, ребята, вот.
будете говорить, что против Пеки сложно играть. Вот смотрите, как надо играть против Пеки. И это не единичный случай. До этого тоже он выигрывал. Ладно, я не буду пока сейчас, чтобы не сгласить. А, блин, не успел, я ждал специально, капец. Ну ты все равно задефаешься, что ты паришься, ну, не да, понимаю. Ну да, это понятно, но я ждал, ай, капец. Да все хорошо. Не паникуй. Так. Сейчас самое главное, справа не пропустить. Блин, если он сейчас Пеку впереди поставит, это ой-ой-ой-ой-ой будет. Нет, не ставит он Пеку. Че, отдаешь? Да, отдаешь Печку. Так, ну сейчас фаербол, главное заюзать на все, на там, на все, на бандит, uh-huh. Куда такое. Так. Так, смотрим. Блин, а что ж так? Ой, царь. Ой, фак, блин. Ну, блин. Блин, ну как так, ну... Вот это фейл, слушай. Ну ладно. Фух, так. Блин, ну противник... Ну, ай, ну, блин, обидно, жаль, такой проход был. Я так похвалил вначале, и так вот проиграем сейчас Пеки, блин. Ну... Ай, ладно. Да, и он начал пушить меня. Ну, понятно, блин, ты... Пропустил бандитку как-то, не знаю, как-то... Ладно. Фак, ну вообще капец, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да все проиграл, что ты тут пытаешься. Угу. Блин, только похвалил, ребята, что вот на изи Пеку контрим, как сразу... Нет, Вань, я тебе даже могу сказать, что у него будет 5800, сейчас скажу. То сразу пошло... 5928 даже рекорд, это топ-клан. Ну, я могу даже заскринить, такое могу. Ладно, все, поехали. Заскринь, я скрин прилеплю справа. Сейчас, погодь. Так, все, я в бой пошел. Ты заскринил? В бою. Да? Заскринил его кубки? Потом заскриню, еще раз. А, хорошо. Бой, как раз пошел. Обидно, ребят, я похвалил, как вот против Пеки мы вывозили, и как друг сразу проиграл. Да, я подсел по элику уже, понятно, да. Ну. Такое. О, принцесска, это уже намек на спеллбейт. Да, это он. Это тоже похоже на то, что мы можем выиграть. Шансы у нас есть и неплохие. Гром. Не хватает. Чё? Забил, да? Да. Да, у меня был электромаг. Ну, во-первых, его подождать надо было, во-вторых, там принцесса бы его дамажила. Почему? Ладно. Смотрим. Блин, ну... Такую деку еще можно выиграть. Вот, ну я соглашусь все равно, что против голема и против Пеки сложно. Но советы будут после атак, потому что сейчас не хочу отвлекать Влада, пускай он сосредоточится. Фаерболом убиваем принцессу, наносим по вышке урон. Понятно, это все. Ну, по идее, сейчас будет гоблинская бочка готовиться, плюс... Нет, да. Он сейчас... А, подожди, что-то он так рановато. Бревнишком забираем. Ну и сейчас будет готовиться, естественно, банда гоблинов, возможно, с одной стороны, армия скелетов, с другой. Ну, начнется, знаете, вот это. А, он сейчас банду гоблинов за вот этим дурачком кинет. Смотри. Ну да. Ну, блин, это понятно. Если ты тратишь бревно, то есть, ну, тратишь спелл, на то и колода спеллбейт. Сразу тебя начинают кошмарить вот этими картами, которые требуют... Иди нафиг. Да. Ну хорошо, в принципе, вот так вот потихоньку фаерболами... Наносить урон, а потом один проход словить. Это проход-то я словлю по-любому. Блин, обидно, что у нас только одно поражение доступно. Вот это обидно. Угу. Фух, как же вот это напряжно в конце уже. Очень сложное испытание. Ну как, не очень сложно, но в конце сложно. 5800 парни подбираются. Но это отбор на чемпионат. Не каждому дано. Ну, кстати, это с первой попытки кот наркот делает. Оп. Оп. Зря. Вот это хорошо, что не ракета была. Это просто... Ага. Бревно есть? Ай, вообще красота просто. Сейчас будет банда. Банда будет. Рыцарь. Да, все. Проход. Да. Я не знаю, я так рад этому. Просто, ну, круто. Если была бы ракета, то в такой бы красоты не было. Сейчас прикол. Оп. Второй заход. И он снова ставит... Мешает. Зря. У него, походу... по элику вообще все такое. Да. Да. Победа, блин, я так рад, я безумно рад. Это 19-я победа, господи. Одна катка, как назло, блин, хоть бы он ее не проиграл. Да, это победа, 19-я, ребята, 19-я, 19-2. Найс.
Подожди, стоп. В бой сейчас не иди. Смотри, тема такая. Мы сейчас за 20 побед получаем 250 тысяч золота. Но у меня там, по-моему, 760 тысяч золота, да? Или сколько у меня золота? Нужно... 800 тысяч. 800? Да. Вот мне 50 тысяч нужно потратить. Слей их, я не знаю. Ну, улучши, допустим, какую-то рарку. Дай подумаю, какую. Я не знаю, гиганта либо трех мушкетеров улучши. Ну, чтобы понял, боевой чтобы... Боевой таран я апну. Давай, боевой таран апну. Или трех мушкетеров, решай. Не важно, я все равно их буду прокачивать, вот, миллион золота тратить и буду их прокачивать. Окей, таран апаю. Все. И вот сейчас делаешь ты последнюю победу, и получается у меня миллион золота, правильно? Без 5000, ну, без 4. Ну, то все, то формальность. Ну что, я готов, ребятки. Реально, ваш царский лайк, пожалуйста, поставьте. Ну что, я готов, Влад? Ты готов? Я тоже. Все, сосредоточься. 92. Сосредоточься. Сосредоточься, потому что по новой проходить крайне думаю. Все или ничего. Все или ничего, да. Пожалуйста, поддержите, ребята, поддержите, пожалуйста. Поехали, ну, что, не идет? Да, ждет, что-то бой. А, я понял, подбирается противник. Ребята, чтобы код прошел, надо обязательно подписаться, колокольчик нажать, лайк поставить. Потому что это все поддерживает. Походу вообще единицы такие проходят, но очень мало. Нету никого на 20-й позиции, да? Блин, ну хоть бы подобрался не какой-то там тебе сверх топ мира, я не знаю, какой-то там... Так, все, в бою. Бой, все. Мы за тебя топим. Ребята, в комментариях пишем. Ход, код, тащи, код, тащи. Get mood. Mood. Я не знаю, как правильно читается. Майк. Мудак. Мудак. Бля, да что вы все со сборщиками, ну. Хотя, стоп, хорошо. Ай, бандитка. Стоп, бандитка, это спека снова. Колода спека, черт. Проход офигенный просто, да. Эмоции зашкаливают просто, да. Отлично, ну рано радоваться. Мы в прошлый раз тоже обрадовались. Да, проход, а в конце тебя просто задавили. Слушай, может не стоит забивать на сборщики, а? Я не знаю, честно. Ой, блин. В конце такое. Просто тебе зажимают в тиски просто потом. Да фиг знает. Пока что. Чё тебе, по сути, там фаерболом-то надо убивать? Не знаю. Не, подожди, по сути, он сейчас... походу, ну мы в ноль сейчас идем, потому что он постоянно тратит на что-то. Ну, сейчас да, но все-таки сборщик у него сейчас будет второй, ты это не, тоже не забывай. Угу. Давай. Да, блин, успел. Ну, блин, в этот раз он... Ай, блин, чего мне заловало так жестко? Да, отмазывайся. Да я тебе говорю так. Ну, вышку мы-то забираем. Окей. Противника уже бомбом. Не, мы вышку еще не забираем. Я забил на него, чтобы хоть что-то по... Да, хоть что-то по эликсиру иметь. Бля, ну ни хрена себе он дамажит. Ай. Да офигеть, просто 1400 хп ставил. Слушай, насчет печки. Ну ты же яд ему разрешаешь. Давай фаер, это же просто отличный. Я вижу, да. Отлично. Мы двух зайцев сейчас задели и все. Просто сейчас топи, дружище. Я за тебя просто держу кулаки. Не дай, бандитки. Отлично. Дал. Отлично. Сейчас будет пека. У него одной карты еще не было. Это пеки. 50 секунд. Просто держись. Вот сейчас тебе надо выдержать пуш. Ребята, я так переживаю, потому что у нас нету шанса на ошибку. Нам просто надо сейчас... Бля, что ж ты так криво, фаер? Да, нормально все. Так. Так. О, потише, пожалуйста, я тебя умоляю. Спасибо. Нафиг. Так. Блин, 18 секунд, слушай, давай, тащи, давай, я верю в тебя. Да. Блин, ты понимаешь, это приглашение на чемпионат, это миллион долларов. Давай, 5 секунд, давай. Блин, я охренею. Нет! Да, блин! Фух. Все, это победа. Ребята, это 20. 20. Счет 2. Скриншот делай. Я перехожу на аккаунт, ребята, и забираю эту добычу. Фух. Я перехожу на аккаунт.
Ну что, ребятки, перешел я на свой аккаунт, и вот, собственно, испытание 20 побед. Вот, и я получаю целых 250 тысяч золота. Ну, сундук там вообще мега простенький. И получаю я, походу, приглашение на чемпионат. Я не знаю, придет оно мне сюда сообщением, либо я не знаю, куда оно придет. В общем, не суть. Я в любом случае не поеду никакой чемпионат, потому что, ну, камон, я там ничего не сделаю, никого не выиграю, по-любому не займу никакие призовые места. Поэтому вряд ли туда поеду. Но то, что 20 побед и то, что 250 тысяч золота, это достаточно круто. Давайте забирать добычу. Отлично, у меня миллион без 4 тысяч. Но 4 тысячи я 100% добью, вот даже, не, сейчас 3 тысячи выпадет мне. Да, давайте откроем, посмотрим, что выпадет. Ну, я сомневаюсь, что что-то полезное будет. Ну да, такое себе. В общем, миллион золота, ребят. Миллион золота благодаря пройденному этому испытанию. Это круто. В общем, что я хочу сказать. Испытание, блин, ну, сложное. Действительно сложное. И 20 побед смогут только, ну, реально, очень сильные игроки. Я не знаю насчет буста. Я много, думаю, буста принимать не буду. Желательно iOS. Если у вас Android, то вряд ли Android я буду как можно меньше брать. Потому что у кота только iOS. Вот. Ну и, в общем, на этом буду с вами прощаться, ребят. Подпишитесь обязательно. Включите колокольчик. Ведь в скором времени я, возможно, еще покажу какую-то колоду про это испытание. Либо вообще буду показывать много разных колод на разных аренах, на разных испытаниях. То есть это все будет на моем канале, и я, естественно, буду как можно больше интересного контента для вас спилить. Поэтому подписываемся. Спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Желаю вам удачи пройти вот это испытание и уехать на чемпионат королевский. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. До новых встреч и пока.